Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы трудимся на даче. Сегодня я покажу, как осенью сажаю ель. Ель была закрыта в корневой системе. Посмотрите, ну, ком развалился. Вот, видите, ей же корням места мало. А четырехлетняя ель, как нам сказали. И будем сажать. Сажаю я легко и просто, у меня при этом все приживается. Кто-то скажет неправильно, для меня самое главное, чтобы все приживалось и росло у меня успешно. И это самое главное. Каждый сажает по-своему. У меня простой способ. Посмотрите. Колышек, веревочка понадобится. Песок, вода и грунт для хвойных растений. Смотрите. Сразу. Добавили песок для дренажа. Утрамбовали. Далее здесь вот этот грунт для хвойных растений я разделил на 3 саженца. Сейчас мы вот это осталось все для ели. Это ее подпитает. Далее сразу выливаем воду. Устанавливаем нашу ель. Регулируем все это дело, можно еще земли подсыпать. Вот так, думаю, будет нормально. Все, сейчас мы это все дело закопаем. Сразу забиваем колышек. Видите, она немножко изогнутая, чтобы она все-таки поближе распрямилась. Забили колышек, и здесь мы сейчас сверху дадим еще песка, утрамбуем, еще как следует польем ведра 2 воды. Все, вот так ее привязали. Сейчас утрамбуем и как следует еще польем. Все, посадка завершена. Вокруг я еще прокопал, чтобы было легче ей от сорняков. Ну и еще скажу внимание, каждый сажает, указывает свое мнение по посадке. Это осенняя посадка ели. Уход в отдельном видео у меня есть. Здесь я покажу, как я просто сажаю. Конечно же, нужно ухаживать, поливать, удобрять всевозможными удобрениями. Это все у меня в других видео. Итак, на сегодня все. Всем, кто понравился, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Также подписываемся на мою группу о рыбалке и кулинарии ВКонтакте и Инстаграм. Всем пока!